Государственному цирку Якутии присвоили имя Марфы и Сергея Расторгуевых. Соответствующий указ подписал глава Якутии Егор Борисов 3 апреля. А сегодня на здании цирка торжественно установили табличку с именами основателей циркового искусства республики. На церемонии присутствовала культурная общественность, коллектив цирка, руководители культурных организаций и зрители. Они отметили, что, несмотря на разные трудности, упорным трудом и усилием семья Расторгуевых смогла добиться широкого признания северного цирка на мировой арене. Михаила Ефимовича Николаева, который создал наш цирк. Егор Афанасьевич принял очень такое смелое решение, непростое. Конечно, мы все волновались, и в первую очередь и мы, родные, и наш коллектив. И, конечно, все те гости, которые были на нашем форуме, который очень хорошо прошел, все они были очень удовлетворены этим указом. И, конечно, в перспективе все высказывали о том, что надо достроить быстро цирк. И мы можем в будущем создать свою цирковую школу, якутскую школу цирка, как якутская школа борьбы у Коркина была. А здесь якутская школа цирка, вот наша, может быть, в перспективе. И Международным центром циркового искусства Арктики, Евразии. И очень большая перспектива ждет наш цирк в будущем.